Приветствую всех, кто заглянул ко мне в гости. Добро пожаловать ко мне на канал. Хочу пригласить вас также в свой Инстаграм. Вот здесь у меня примерные работы, которые вы там сможете увидеть. Внизу я оставлю имя свое, как вы меня можете найти. NC Камелия. Так меня зовут на Инстаграм. И добро пожаловать в Инстаграм тоже. Подписывайтесь, мне будет очень приятно. А сегодня у меня вот такие вот ногти выполнены в смешанном таком дизайне, но в основном это все, не в основном, а все это перманентное, постоянное. И начинаю, как всегда, с опиливания подложки. Можно сказать, что здесь выпиливается в данный момент нижняя арка. И для этого, для того, чтобы в конце мне не спилить мой красивый дизайн, вот здесь вот сверху, так сказать, нижняя арка рождается, и получается в конце такое вот ровное нижнее выпиливание. Но это я уже забегаю вперед. А сейчас мне нужно подготовить натуральный ноготь, верхнюю часть около кутикулы, там, где птыриги, отодвигаю все пушером. И вот для этих ногтей я выбрала сверло алмазное, ровный такой цилиндр. Это мягкая у меня абразивность у этого сверла. Для конкретно вот этой ногтевой пластины очень подходит вот такая вот мягкая абразивность. Полностью убираю на всех 10 ногтях. И из-за того, что кутикула уже хорошо отодвинута, она так вот хорошенько-хорошенько стоит наверх. Это у меня при помощи пушера. Да, вот такое вот получилось. И очень удобненько залезать туда сверлом получается. Здесь у нас был удар довольно сильный, там у нас есть кровопотек, синячок. Сейчас я наношу дегидратор обязательно. Дальше у меня бескислотный праймер и базовый гель втирающими такими движениями, тоненький-тоненький слой. Базовый гель я просушиваю в LED-лампе 48 Вт, где-то, наверное, секунд 15. Прекрасно он просыхает, вполне достаточно для такого тонюсенького слоя. Готовлю материалы, которые мне понадобятся в этой работе. Это новый мой микс из больших блесток, там несколько размеров, маленькие. Блесточки маленького размера, они немножко другого розового оттенка, жидкость для моего геля, который я буду выкладывать, различные всякие у меня тут кисточки, всякие шпательки маленькие. Вот он мой белый гель, это белый гель от фирмы Космопрофи, это акрилатик, он у меня недавно пришел, белый и прозрачный. Как раз я вот вам покажу, как же можно сделать при помощи этих гелей вот такой вот очень популярный дизайн, классический белый бэби-бумер. Я начинаю выкладывать с кончика. Мне так удобно как-то. Именно вот такая техника выкладывания мне нравится вот с этой стороны, со свободного края. Вы можете попробовать любые техники. Кому-то нравится на розовый растушевывать, мне нравится розовый на белый растушевывать. Выкладываю белый кончик, на нет его кутикули, где-то у меня на середине ногтя, который у вас есть, там у меня буквально вот в ноль он растушеван. И дальше он идет у меня на промежуточную просушку, где-то секунд, наверное, на 15. У меня LED-лампа 48 ватт, вполне достаточно для такого слоя. После этого розовый выкладываю на все пальчики, которые будут у меня с этим дизайном, и начинаю его распределять и растушевывать кончику. Замечательно он растушевывается. Кстати, белый гель очень хорошо сохнет, не в пример к полигелю от фирмы Гелиш, который очень проблемно просыхает белый цвет. Здесь у меня вообще нет никаких проблем. На кончике у меня я достраиваю конструкцию белым акрилатиком, белым гелем. Совсем немножечко там надо, только для того, чтобы во время опиливания вы случайно не снесли розовый цвет, для сохранения вот этого вот плавного, ровного перехода, потому что пилкой можно расстараться, размахаться и как-то немножко повредить вот этот вот плавный переход. Дальше у меня средний пальчик, на пальчике на среднем это аквариум, прям вот чистой воды аквариум, блесточки, Барби такой вариант. По бокам я кладу блестки маленького размера, они, как я уже сказала, одного оттенка. И посередине у меня будет мой новый микс. Здесь я кладу базовый гель, немножко чуть-чуть потолще, потому что слой я положила, потому что блесточки сами такие, видите, они прям большие-большие. Распределяю. Это у меня силиконовый стик.
распределяю. Можно чем угодно распределять. Мне просто захотелось попробовать. Он у меня новый. Это силиконовый стик для лепки. Я вот его пробую пока вот для такой вот цели. И отправляю все в лампу. Вот здесь у меня будет выкладной пальчик, мизинчик, розовый кварц я хочу сделать. Выкладываю белый гель, тот же гель Космопрофи. Стиком я его как бы распределяла, но это такой экспериментальный ноготь. Здесь есть еще над чем поработать. Розовый цвет я добавила двух оттенков. Это все акрилатик Космопрофи. Получилось неплохо, результат мне нравится, но есть некоторые шаги, которые можно более упорядочить, более сделать такие, знаете, ну, как бы подходящие мне, и легче будет его выполнять, этот камушек. И хочу сказать, что вот такой вот, как мизинчик, камень, это можно сделать даже все ногти. Он очень-очень ненавязчивый, такой бледненький, светленький и нежненький. Средний палец с блестками я закрываю строительным гелем от фирмы Abidi, потому что прозрачный гель от Космопрофи имеет некоторую мутность и для этих целей не подходит. Дальше у меня идет опил. Вот здесь вот видно мой каменный ноготок, камушек розовый кварц выкладной, который я сделала. Дальше на этом камушке я решила все-таки прорисовать небольшую прорисовочку, добавить более плотного белого цвета. Это мой бэби-бумер. Я предварительно форму опиливаю, в основном всегда опиливаю сверлом барабанным. Его можно увидеть в моих других видео, я пользуюсь им довольно часто. Оно такое синего цвета, ровный, безопасный барабан. Им я опиливаю основную форму, а опилкой уже придаю такую, так сказать, набело, выпиливаю уже форму, чтобы она была максимально идеальной. Дальше мне осталось убрать кутикулу. Именно эта кутикула, она такая довольно активная, и удобно ее было срезать мне ножницами. Дальше у меня идет шлифовка каменным сверлом. Если есть необходимость, я добавляю после этого сверла силиконовое сверло. Оно полирует кожу. Здесь у меня не было, мне показалось, что достаточно вот такого вот опила. Немножко прорисовка моего розового кварца. Это базовый гель у меня был. Дорисовываю тоненькой кисточкой такие специфические, характерные для камня разводы. Они более белого, плотного цвета, что добавляет определенной глубины моему розовому кварцу. И хочу немножко добавить сюда розовых блесточек. По-моему, они идеально смотрятся. Вот этот вот розовый кварц. Ногти без блесточек и без камушков жить не могут. Обязательно должна быть какая-то блестюшка в дизайне. Но это уже такое чисто мое предпочтение. Вот этот вот шикарный средний ноготок, он мне показался слишком темный вот для этого дизайна, поэтому в конце я на него нарисовала на среднюю часть ногтя, я добавила немножко белого кружева. И на безымянном пальчике у нас будут блестки. Клиентка эта моя не любит камушки, поэтому у нас будут вот здесь вот блесточки из моего нового микса. Большого такого крупного микса, вот эти, которые блестки крупные. В таком стандартном, можно сказать, виде я их здесь вот вам показываю. Так вот, как камушки выкладываю, точно так же я положила и блестки. Вот так вот выглядит готовый вариант. Мне очень нравится такой розовый, прям девочка-девочка дизайн. С белым, конечно, с белой прорисовкой он получше смотрится, слишком темный был розовый ноготок, немножко выбивался из общего дизайна. Вот этот мой розовый кварц, просто замечательный. Мне вот прям хочется сделать все ногти такие, вот как этот вот мизинчик. Большое спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и свои мнения. Мне будет приятно почитать, и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!